Сантьяго де Куба готовится к церемонии прощания и похоронам Фиделя Кастро. Этот город называют колыбелью кубинской революции. Именно там 1 января 1959 года Фидель Кастро объявил о бегстве президента Батисты и победе революционных сил. Вечером памятная церемония состоится на площади Антонио Массе. В воскресенье прах команданты предадут земле на кладбище Святой Ифигении рядом с могилой национального героя Кубы Хосе Марти.